Теодор Бастард и Федор Сволч – это просто одни из наиболее работоспособных таких вот серьезно работающих музыкантов. Очень круто, что эту музыку делают непрофессиональные в каком-то смысле люди. У них получается очень свой звук. И получается очень своя музыка. Я не подозревал, что в России что-то подобное происходит до того, как они появились. Группа уникальная по своей стилистике, по тем музыкальным составляющим, которые присутствуют в творчестве Теодор Бастард. Безусловно, это очень яркое явление, выпуклое. Добрые люди не могут генерировать темную энергию, так могу сказать. Не хочется раскрывать секреты, каким он будет. Это, я думаю, что будет более сложный саунд в этот раз. Новые образы какие-то, какое-то новое кино смотрим. Мы пишем одно, а в итоге получается что-то совершенно удивительное, прекрасное, другое. Так, только это потом, чтобы никто не видел. Особенно так. Когда мы пишем музыку какую-то новую, мы совершенно не думаем о том, как мы будем это исполнять вживую. Мы очень много тратим времени на поиск именно звука. Звука инструментов и их сочетание с друг другом. Вот сейчас мы открыли для себя прекрасное сочетание нашей перкуссии со струнными. Этот инструмент называется кахон. Вообще изначально это перуанский инструмент. Изначально как бы это просто ящик из-под фруктов. Считается, что этот инструмент изгоняет злых духов. Приехал к нам из Монголии. Маринхур в переводе означает «инструмент с головой лошади». Есть у нее братья и сестры, немножко отличаются внешностью. Это Эрху из Китая и Игил из Бурятии. Игил, кстати, это его дедушка даже скорее, а не брат. У нас альбом сейчас такой восточно-северный получается, именно дальновосточно-северный. И в том числе туда вписываются и тибетские какие-то ритуалы. Вот. И, конечно, этот инструмент, он дает особое ощущение и от звука, и от всего. Это трубка, сделанная из берцовой кости человека. Это тибетская ритуальная, но обычная из металла. Да. Из ноги музыканта было? Да. Плохого музыканта. Плохого, да. Значит, здесь два баса у нас встает. Здесь один. Здесь один. И здесь два тенора. Нам нужен был оттенок такой голосов. Янин голос должен был быть оттенен мужскими голосами. Особо понравился момент в конце, где хор кричит «Хей!». Это такой раскачивающий момент, очень, очень динамично получилось.
мы, конечно, стараемся принести что-то новое, чтобы не повторяться. Вот лично для меня задача, как для продюсера, была, чтобы это не вышло, как вторая часть «Айкумены». Хотя многие, наверное, от нас этого ждут, но мне не хотелось бы... мне это лично не интересно. Мы все время просто течем вслед за каким-то потоком. И у нас что-то получается такое... Пока что получается... Русский север, наверное. Их любовь к различным этническим культурам и к северу, и к югу, и к востоку, и их любовь к индустриальной музыке, их необычное отношение с музыкальными гармониями и так далее делают эту группу абсолютно бриллиантом на российской сцене. Другой такой просто нет. Голос Яны Вейвы для меня. То есть вот это, собственно, то, что цепляет тебя за душу. Магия ее голоса. То есть я всегда реагировал на женские голоса, и она меня сразила наповал. Какая-то такая магия, такая завораживающая что-то в этом есть. То есть в этом есть очень хорошая доля дикости такой, первобытности. Мне в голову пришло слово «ведьма» сейчас. Не в обиду будет, я не сказано, но это в хорошем смысле. Музыка всей планеты, получается, без привязки к постылившему такому термину, как world music и так далее. Pink Floyd русский, потому что это очень редкие и практически единичные случаи, когда не просто хорошая музыка с хорошим звуком, а хорошая музыка с великолепным звуком, со светом. То есть я как завороженный все время смотрю, у меня даже ближе к медитации это все происходит. Ну, ощущения на концертах.